съемка видео на основную камеру при низком освещении. Давайте мы посмотрим и на объекты, плюс стабилизацию. Так, плюс ко всему это разрешение 4К. Смотрите, как ловит картинку. Это мы снимаем некоторые объекты. Отлично, супер, прям вообще супер. Моя полочка. Так, смотрим, это низкое освещение, то есть, если вы заметите, то есть света не так уж и много. Такое туманное утро, утреннее утро. И теперь смотрим на мелкие объекты, как воспринимаются. Так, тигрица у нас все еще спит. Эй. В общем, да. Она, видать, пятница, и ей уже весело. Отличненько. Фокусировка на объектах с помощью пальца. Отлично, отлично, отлично. Ух, какой мощный мужик. Ну и на расстоянии. По-моему, очень даже годно, но нужно нажать фокус. Я только что просто нажимал на экран, и перевелось все в ручной фокус. Теперь сразу же на авто. Так, мелкий текст. Смотрите, как фокусировка происходит. Шикарно. Просто супер. Вообще реально очень-очень хорошо. Так, давайте мы еще посмотрим на какие-то мелкие объекты. В частности, вот у нас тут есть объекты. Смотрите, попадает много света, все темно. И как только объект света у нас уходит, сразу же камера адаптируется, подстраивается и максимально качественно. По-моему, очень-очень годная. Но я еще на компьютере посмотрю. Клавиатура. Угу. Смотрите, как вообще шикарно. Так, теперь давайте глянем на наушники, как идет фокус на мелкие объекты такого плана. Логотип Mi видно, все видно. Супер. Да, основная камера в Galaxy S7 действительно весьма достойная.